Уважаемый Михаил Леонидович, спасибо, что приехали. В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа. И все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. И мы это не только знаем, мы помним и очень благодарны ему, храним память об этом. У нас сегодня и встреча будет с ветеранами БАМа. Поговорим, есть о чем поговорить, но сейчас мы, вы, наверное, знаете об этом, мы развиваем так называемый восточный полигон, и БАМ, и Транссиб, и все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение и сегодня, и думаю, что, то не думаю, а уверен, что все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, они и сегодня играют существенную роль, причем не только для России, но и для всего Содружества независимых государств. Имею в виду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию. Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растет товарооборот, достиг уже более 4 миллиардов долларов, 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана. Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре, некоторые из них на слуху, по-моему, общественности наших стран. Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.